Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверила работы по капитальному ремонту многоквартирного дома номер 36 по улице Маршала Жукова в Одинцове. Сейчас здесь проводят монтаж навесного фасада. Строительные леса уже установили и подвезли материалы. Работы идут в соответствии с графиком. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и контроля отработки наказов народной программы.